Мы приносим вам огромную благодарность за спасение города, за то, что вы отодвинули линию боевых действий на безопасное расстояние. Это первый хлеб шахтерского хлебозавода, который был сохранен благодаря вам. Спасибо большое. Я принимаю его с честью, так как это действительно для меня большая честь. Я считаю, что начиная с Шахтерска мы начали успешные наступательные действия на силы противника. Благодаря этому мы отодвинули их на 35 километров. И итогом этого я вижу вот этот каравай, который испечен на хлебопекарне Шахтерска. Он очень красивый, даже мне страшно к нему прикасаться в плане того, что испортить красоту. Это красота, это люди, которые делали этот каравай с душой. Делали человеку, который сохранил их город, их душу. И в данный момент вышло первых 800 тонн угля с шахты Шахтерска глубокая, которая опять же была сохранена благодаря вам и Захарченко Александру. Ему тоже огромная благодарность. К сожалению, здесь его нет, я бы хотел поблагодарить его лично. Надеюсь, я все равно приезжаю. Александр Владимирович на данный момент находится на выезде. Я только вернулся с командировочки. Поэтому могу вам сказать, Александр Владимирович сегодня инспектировал Новоазовск, также освобожденный город нами. Поэтому на данный момент, я думаю, этот каравай сегодня вечером за столом с чаепитием мы с удовольствием вместе с ним и, скажем так, с ребятами, которые находились там вместе со мной под этим огнем, с удовольствием испробуем и передайте огромную благодарность нашим хлебарям, скажем так, которые вот это действительно испекают, вот эту красоту такую могут делать во время войны. Вам огромное спасибо. Город Шахтерск будет вас всегда встречать радушно, как почетного героя нашего города. Мы вам очень благодарны, всем городом. Спасибо большое. Благодарю.